Серове вынесли приговор двум мужчинам, которые убили собаку на глазах у 9-летней девочки. Расправились с дворнягой по кличке Мия, собутыльники летом прошлого года в подъезде. После тела животного выбросили в мусорный контейнер. Известно, что собака принадлежала одному из мужчин. Говорят, что я тоже ему помогал, но я с этим не согласен. Да. Скивали спиртные напитки, то что. Ну, как бы и до этого, как бы мне говорил, то, что давай помогу, типа, то, что давай, ну, типа, ты мне 1000 рублей дашь, и ты больше собаку свою не увидишь. Я как бы отказался, а вот сейчас, может, я не знаю, он предложил опять это, может, я не знаю, как-то согласился, и что, ну, дрочу, все. Как бы, вот же, конечно, блин, мне очень сильно жалко собаку. В искренность хозяина собаки правоохранители не поверили. Поэтому наказание понесут оба. Мужчинам назначили исправительные работы. 1 год нерадивому хозяину, 8 месяцев его собутыльнику. Оба фигуранта уже не раз приступали закон. Наказывали мужчин за распитие спиртных напитков, угрозы убийством, причинение тяжкого вреда здоровью и за другие правонарушения.